Так, друзья, всем привет из Солнечной долины Калифорнии. Сегодня будет видео о наших последних покупках из Nordstrom. Мне написали несколько подписчиц под видео о том, где мы были с Соней в Nordstrom. Я последний раз была одна там. И мне написали, что же вы купили-то в конечном итоге. Вот, ну, в общем, вот сегодня я хочу вам показать, что мы все-таки купили в конечном итоге. Вот, мы находимся у меня в ванной, как вы заметили, да? Ну и тут у меня еще такое вот тоже зеркало со всякими шкатулками, в общем, неважно. Но я решила вам показать это здесь. Значит, первое, что мы купили уги. Предвижу много вопросов по поводу того, господи, зачем же вам уги, вы же в пустыне живете. Вот очень-очень вот мы с Соней захотели, вот загорелись. Ну, у меня как бы, у нас есть уже уги, там, это они еще, я покупала их, когда мы были с мужем в круизе, я их и в Италии покупала. Вот, ну, как бы, такие обыкновенные черные, как-нибудь тоже покажу вам их потом. С камешками, в общем, красивые тоже, но нам безумно хотелось какие-то цветные уги. Я хотела вообще сначала фиолетовые, но мы потом, когда увидели вот эти вот салатовые, ну, мы не могли их не купить, потому что, ну, мы все-таки вот вообще вот умираем, что Соня, что я, мы очень их любим. Сонька говорит, я все равно зимой, ну, у нас утром холодно, ну, как, ну, не холодно, конечно, ну, так, прохладно довольно-таки. То есть, и я вам скажу, за 2 года жизни здесь тоже уже я одевала тоже уги. Во-первых, во-вторых, мы ездим в горы, у нас высоко, вот там подвесная дорога, у нас тоже есть видео об этом. Мы ездим туда в горы гулять, снежки играть, то есть тоже уги очень полезные. Вот, потом мы ездим как бы в гости в Сан-Диего, в Сан-Диего, в Л.А., то есть зимой тоже в угах. Вообще прекрасно. Ну, все вы знаете, да, что мне объяснять, что уги, они в Африке уги. Это родные, да, вот бренд, как я уже показала, Агс, как они тут их называют, Аг. Ну, Аг это как отвратительные, ужасные, вообще мерзкие, в общем, такое вот все. Вот, в общем, все, сбылась мечта идиота, как говорится, мы их купили. Вот такие красивые, удобные, мягкие. Сонька сейчас... Я с ней умираю, конечно. Я вчера захожу к ней в комнату, она сидит, ну, у нас кондиционеры как бы работают, она сидит, одела на себя теплую толстовку, я ей когда-то тоже покупала, не помню, как она, Холлистер, да. Она сидит в этой толстовке и в этих угах. Я говорю, Соня, ты что, с ума сошла на голую ногу? Она говорит, мне так классно вообще. Ну, в общем, короче, в общем, вот, такая покупка у нас первая. Вот, потом купила же я все-таки себе эти туфли. Миу-миу. Вот такая коробка красивая. Вот такая вот коробка красивая, вся в золоте. И вот они мои туфельки. Я очень ими довольна. Я их, правда, еще ни разу не одевала. Вот сейчас, наверное, их одену. Мы идем сейчас на день рождения. Олечка, моя подруга, пригласила нас. У нее у доченьки день рождения сегодня. И вот, наверное, я сейчас их одену. Вот, в общем, вот такая вот цена, как я и показывала, вот, хорошая скидка 68%, стоили они $590, то есть, ну, я считаю, что, я, короче говоря, очень ими довольна, я знаю, что я их буду носить и в пир, и в мир, и везде, и долго, и я обувь очень аккуратно ношу, вот, поэтому я ими очень-очень-очень довольна, тем более замшевая обувь. Так, дальше у нас вот такая вот курточка, вот я себе прикупила курточку такую, это у нас Free People, тут в Америке довольно-таки это знаменитый бренд и такой недешевый, я вам скажу. Вот, я хотела себе какую-то такую джинсовую куртку, но в плане вот не классического, да, фасона такого пиджачком, вот, потому что у меня есть там разные, вот, а мне хотелось именно вот какую-то такую вот, ну вот, вот такую какую-то, вот такую какую-то, вот, вот так вот она выглядит, сейчас я вам покажу ее сзади, тоже с такими вот потертостями, дырочками модными, рукав, ну как, я не знаю, как это правильно называется, мы когда-то называли это типа приспущенный, да, с заниженной проймой, как-то так, вот, и цена у нее была... У нее была $148 цена, и я купила за 70. Вот.
Вот, ну и еще сейчас я прервусь и покажу вам еще одну такой кардиганчик, скажем так. Вот этот кардиганчик, сейчас я отойду подальше, вам его попробую вот так вот показать во всю длину. То есть он коротенький сзади, ну так по попу где-то, да, и свисают такие вот длинные, не знаю, как их назвать, длинные что? Уши длинные. Вот, Соня захотела дико, убивалась, умирала, просила меня его купить. Очень хорошее качество. Это бренд BCBG Макзария. Ой, что я показываю, господи? Вот он. Вот, XS размерчик. Хорошее очень качество, как бы такой трикотаж, ну, вернее, трикотаж, хлопок. Вот, он как раз не на жаркую, ой, вернее, господи, что я говорю, не на холодную такую погоду, на то, что вот он сейчас, Сонька его носит, она его уже носит, конечно. Вот так вот выглядит. Вот видите, он уже даже помятый, потому что она его носит в школу по утрам. Хотя днем потом, конечно, когда я ее забираю, она его снимает, потому что, ну, смысла его носить, как бы, пока еще нет, у нас все еще жарко. Хотя нам дико хочется уже чего-то такого прохладненького. Мы, конечно, умираем от жары, от этой. И хочется, знаете, я думаю, что когда человек привык все-таки, ну вот родился, да, он в климате в таком, где не всегда жарко. Я смотрю на мексиканцев, они вообще не парятся. Им так хорошо, они так привыкли вот здесь, вот многие. У Соньки вот много друзей, да, вот знакомых, школьные, как бы, и они нормально себя чувствуют. Но вот мы умираем, конечно, от этого от всего. Вот, в общем, вот такой вот получился у меня небольшой, скажем так, обзор. Вот, это все, что мы купили, это последние наши покупки за последнее время. Вот, так что все, вот. Ничего особенного, ничего такого. Цены, кстати, да, я не сказала. Эти я показала вам туфли. Уги стоили 98 долларов, 100 долларов. А, куртку я показала. А кардиган стоил... Не знаю, я не буду врать, я не помню просто, сколько он стоил, потому что вот мы его купили уже. В общем-то, время прошло, я просто не помню, сколько он стоил. Ну, тоже была скидка. У них дорогие тоже очень довольно-таки вещи у этого бренда. Вот, и как бы была хорошая скидка, я думаю, что долларов, наверное, 40-50, может быть, мы ее за него отдали. Вот так вот. Все, всем пока, хорошего настроения, чао, какао.